Чао вправо, да? Чао вправо. Так, какой там 1, 6, 5. Был? 1, 6, 5. Точно? У меня феноменальная память. 1, 6, 5. Сначала до 1, 6. Сначала до 10 вправо. Потом влево, потом... 6. Да, потом 5. Так, до 10. 10 вправо. А, право, лево, это, право. Это той, которую ты не пишешь. Твари. А, вот она. Бля! Все. Ой, простите. Но это же лево. Language. Я не понял, а где право? А это там, где не я... лево. 10? Ну, 10, наверное, и надо нажать на кнопочку. 10? Подождите. Нет, вот давай попробуем мою теорию. 10, нажми на кнопочку. Здесь надо нажать как-то куда-то. Куда? В центр. Нет. Тогда я не знаю. 10. 10, 6, 5. 10 вправо, 6 влево. 6, 5. Нет, здесь надо что-то нажать. Так, 10 вправо? 10 вправо. Я нажимаю направо. По-моему, ты сделал 9. 10. 6, 5. Ух ты, он открылся. Реально надо было вправо нажимать. И что там? Открывай, и мы нашли целый ключ. Ключ. Да господи. Больше загадок, головоломок. Больше ключей. А куда идти? Куда его применять? Притыкать. А, там что-нибудь есть? Коробка. Мазафака! Что-нибудь? Что-нибудь? Так, там что-то блестит. Это бутылка. Окей. Это всего лишь напросто бутылка. Он не умеет приседать, к сожалению. Я слышу. Угу. Чё это было? А, это отсюда. О, я вставил ключ. Хочу ли я этого? Нет. Я могу сюда зайти. Ладно, я хочу этого. А вдруг нам Ники, беники! Там я не был. А. Стульчик. Это неожиданно. И пыль. Пыль летающая. Летающая пыль. У них слишком много, мне кажется, этих. 26 марта. Ладно, попробую еще раз. Наконец-то у меня получилось немножко поиграть. Если неловкое прятание по клавишам можно назвать игрой. Нет. Не буду врать, я с ума схожу от того, что не могу, от того пишется... Ладно, так, наверное. От того, что не могу полностью контролировать свои пальцы. В любом случае, меня тут же отругал мой любящий муж и сказал, что мне нужно играть, что мне нужно отдыхать. Я знаю, он желает мне лучшего, но как мне станет лучше, если я ничего для этого не делаю? А хуже всего то, что я учуяла, как от него пахнет спиртным. Боже, пожалуйста, только не это, только не снова. И, по-моему, это кофе. Кофе? И все, ради этого я так старался. Ты ради этого крутил сейф? Сейф. Это было то, ради чего мы... Это того не стоило. Ну, тут вроде несколько концовок, я не знаю, как, да? Зачем. Тут много концовок, говорят. А может, я ошибаюсь. Тут от твоих действий зависит все концовка финала. Типа, что я подберу, что я открою, какую дверь я открою. Угу. Часики. Часы. Шумные и бесполезные. И много места занимают. Вообще это было без звука. Ну, типа, совсем тихо было. Или у меня звук просто не было. Мне очень нравится, что делает свет, потому что... Он мигает? Да. Тебе нравится мигающий свет? Кому нравится мигающий свет? Свет? Мотылькам? Я не мотылек. Открываем. Здрасте. А, по-моему, мы тут были. О, стало светлее. Разве были? Мне кажется, у них везде одна и та же комната. Бананы. Да. Листочек. Там письмо какое-то, которое нельзя подобрать. И в надписи на стенах, в зеркальном, это необратимо, это необратимо и это необратимо. Что бы это значило? Что это необратимо. Да, войдем в Нарнию. Войдем. В Нарнию. Зеркало, это зеркало. Да, это зеркало. Как здесь круто. А там не очень. Да, это необратимо. Все ли нормально? У меня с головой. Ты точно хороший натюрморт.
Мне кажется, нужно повернуться туда. Куда? Туда вернуться? Да. Нет, нельзя вернуться. Как? Так что? Нет, в смысле, ну посмотреть, то есть туда. Просто куда туда? Стало светлее, я думаю. Нет, просто свет оттуда бьет. Окей, хорошо, идем дальше. Здесь есть еще куда идти? Да, дверь. Дверь какая есть? Мне не нравится этот желтый цвет. Желтый цвет? Да, или зеленый? Мне просто мыло в глазах. Красная раковина, я уже тебя видела где-то. Я слышу собачку. Раковина? Вдруг... Раковина. Баса. Ладно. Уже из-за так заплекается. Что это? Ладно. Она всего лишь сгорела. Что за шепот? Кто там шепчется? Не подается. Хороший мальчик. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Логика. Да, кошку. Логика. Дорогая, ты хотела кошку? Поэтому я купила нам собаку. Ничего, то же самое. Нормально. Пойдет. Как лает. И кусается. Чё? You want this as well. Я этого хотел. Ты этого хотел? Вот таких вот стен ты хотел, когда покупал? Нет, это имеется в виду, я хотел инвалидное кресло. В смысле, я инвалид, у меня есть инвалидное кресло, я этого хотел. Нет, ну подожди, значит, мы как-то добрались до этого состояния, наверное? В смысле, до инвалидного кресла? Да. Ай, фиг его знает. Что с ним случилось? Может быть, нам надо это выяснить. Чё у него с ногой? Чё у него протез? Ну, кресло хорошее, я посидел. Ты посидела? Нет. Нет? Нет. Тогда посчитай. Новую картину некогда великого художника осмеяли в галерее. То, что мы сегодня увидели, хоть не имеет совершенно никакой ценности в художественном плане, возможно, будет любопытно изучить психологам. Такие резкие слова мы услышали не от кого иного, как от Джейсона Хьюса. Кто это? Знаменитый критик одним из первых оценивал работы, и его похвала способствовала его потрясающему успеху. Когда его спросили, заслужила ли картина такой грубой критики, особенно в свете недавних трагических событий, Хьюс ответил: «Наша работа — критиковать искусство, а не осуждать художника. Этот человек недавно прошел через многое, и это, видимо, на нем сказалось. И все же, если мы промолчим и притворимся, что можем хоть и с натяжкой принять подобную работу, это заслужит плохую службу самому художнику». Остальные критики были чуть терпимее, потому как... Попей водичку. Попей водичку. Голос теряешь, мать. Это я еще не теряю голос. А я теряю... Голос? Голос. Бульк. Такой бульк был, как будто камень упал на дно морское. Что это было? Бульк! Видишь, она хочет, чтобы ты села в него. Смотри, она тоже окрашена. Ярко-кислотные цвета. Угу. Как это водичка, наверное, энергетиком облили. Ну, тут синий, а тут красный, зеленый. Энергетик тоже бывает. Не ходи за нами. Не ходи сюда. Не иди сюда. Снова это ваза. Оп, ничего. Здрасте, Наполеон. Безглазый. Почему ты думаешь, что это Наполеон? Наполеон был где-то по-другому, у него не было этих. А вот Гитлер вот справа вырисовывается такой, из плеча. О, здесь есть другая картина. Да, два в одном. Искусство в искусстве. Ничего ты не понимаешь. Закрыто. Не поддается. Здрасте. Это эти картинки, которые вот так вот надо вращать. Это 3D? Да. Тут что-то не получается. Типа, ну, это в одном уже тут. Нет такого эффекта. Идем дальше. Сейчас опять какая-нибудь картина. Моргнет тебе, подмигнет. Думаешь? Ну, нет, скорее всего, так не будет, потому что они бы не стали повторять одну и ту же шутку дважды. Ты. Ч?
Чё тебе не нравится? Я не знаю, почему это было так страшно. Тут их три. Раз, я вижу три носа. Два, три. Две губы. Три глаза. Три глаза. Нам надо обернуться? Да. Угу. Раз, два, три. Там было что-то другое. Маленький, такой же, только маленький. Окей. Смотри, а теперь нам надо тоже обернуться. Смотри, какой маленький. Да смотри, какой он маленький, как маленький Грут. Маленький Грут. Только маленькая Грут. Картина. Не, но это не мило. Почему? Если малыш Грут. Давай милый, обернемся то... еще давай. Раз. Давай. А я был готов, я уже знал. Я доходил до этого момента. Я не хочу. Почему они постоянно так делают? Это только начало. Еще даже одна четверть игры не пройдет-то. Крыска. Крысы, это нормально. Крысы, ты не боишься крыс. Нет, я смотри, не какие они маленькие крысы. Стали. Формат уменьшился. Да. О. Снова свечка. Кресле. Что у нас здесь? Там цветы. И люстра. Это не люстра. Но... А может и люстра? Это такая же. Такая же комната? Да. Тогда пойдем прямо. Здравствуйте, чего такие маленькие все стали? Уменьшил формат. Окей, я понял. В смысле? Что меня не пустят. Да? Там закрыт? Пойдем налево тогда, я левша. Могла и сама закрыться дверь. Он упал. Есть свет. Хоть такие работают, да? Да. Я рада, что нам не дали фонарик. Ну, тут такое время не было фонариков, не изобрели еще. А это какое время? А я не знаю. Потому что вполне возможно, что это наше время. А почему такой дом-то примитивный? Ну, он в смысле примитивный, он просто винтажный, там, я не знаю, любители старины и... На, почитай. О, господи, как это читать на их родном языке? September 12. Окей. Does she really hate me? Hate me. Она снова взяла за старые. Сегодня я опять нашел ее отзывы. Листочки бумаги на моих последних работах. Некоторые из этих комментариев до ужаса язвительные и злобные. Думаю, мне не стоит удивляться. В конце концов, она знает меня лучше всех и знает мои слабые места. Просто я поражен тем фактом, что она использует это против меня. Более того, когда я спросила ее об этом, она начала все отрицать, говорит, что ничего не писала, как будто я не знаю ее почерк. Боже, неужели она и правда меня так ненавидит или постоянно сходит с ума? Я не знаю, что делать. Это почерк его? Это почерк мой. Какой-то он странный для мужчины. Ну. В смысле? Вот помнишь, что тот более. Ты что с веком-то залайдил? По-моему, это наше время. Ну, или приблизительно к нам, потому что. Может, мы свалим отсюда? А что случилось? Мне не нравится, что в нас постоянно что-то кидают. Это был вентилятор. Это был вентилятор на этот раз. А можно зажечь эту хрень? Нет, эту хрень не подсвечник, подснежник. Свежник? Немного света нам бы тут не помешало. Очень темно. Очень темно, прям вообще. Очень. А ну хоть тут есть немножко побольше света. Солетуем. Ты слышишь? Что? Ветер. Ветер. Ладно. Дядя. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, это ваза. Здравствуйте, здравствуйте. Тебя не напрягает ваза красная? Меня напрягает красная ваза, потому что она такая явная, яркая. А я жду, когда что-нибудь из окон выпрыгнет. Не надо! Что случилось? Что-то случилось, я только не знаю, что. Я тоже не знаю. Я промагал. Можно повторить? Пожалуйста, колокольчик. Дубль 2 для тех, кто... Кто не видит, кто не моргает. В курсе. Как мы достать-то туда? Может, здесь можете что-то двигать? Нет, нет, скорее всего, здесь нельзя ничего двигать. Это же все на Unity. Ага. А, это дверь открылась. Mm-hmm. Я понял прикол. Это просто дверь открылась. С таким прикольным звуком. Вот это ты ее открыл. Это не я, она сама. Я даже не успел коснуться ручки. Просто. Тут с ноги ее выбил. Да. Включаем. 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 Здесь можно жить? Закрываем.
Все, будем жить здесь. Мы больше никуда не пойдем. Нафиг картину. Сжечь ее. Что есть? Что украсть можно? Ничего интересного даже. Да что же вы все такие фотогеничные? Что-то происходит. Перед... За нашей спиной. Черкнуты. Я не хочу это видеть. Что это? Шаги. Да. Кто-то плесли не вело и идет к сюда. Может, не надо? Здесь все-таки кто-то за нами ходит. Будут погони? Он не может садиться, да? Он не может садиться, значит, он может ускоряться. Нам не надо прятаться. Он может ускоряться. За там какие-то вещи. За что? Ну, там, например... За вазу? За шкаф, за вазу невозможно. Ой, я не успел почитать! Я не успел почитать! Там было This is impossible. Ладно, потом почитай. Он взял ее с собой, прям в карман положил. Ключ! It's okay! Все? Блин, потом почитаю. Кей, это. Надо запомнить, там было написано impossible. О! А, это мужик во всем виноват. Это ты был, да? Что-то происходит. Зачем нас постоянно собирать? Кто ничего не кидал, она появилась. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Я даже не понимаю, что это рог или череп козла, барана. Это какой-то череп. Баран. А ключ откуда? Ну, ты его взял. Ну, откуда? Ну, наверное, отсюда. Весна была заперта. Точно. Прикинь. Логика. Не ты прикинь, мы здесь были. Разве? Опять тебе нравился этот пол? Опять на кухню? Чего на кухню? Я не пойду туда. Чего на кухню? Ну, потому что после этой комнаты была кухня. После этого коридора? Да. Давай записку почитаем. О, раскройте свою внутреннюю красоту с новинкой Glamour Fashion, Fashion Max, окей. Fashion? Распрощайтесь, Fashion по-другому пишется. С сыпью, прыщами и прочими неприятными дефектами кожи. Новинка, ля-ля-ля, придаст вам свежий и здоровый вид. Думайте об этом. Не как о попытке сокрыть недостатки, как о раскрытии своей внутренней красоты. Да, намажьте свое лицо, и Fashion будет вам Max. Внутренняя красота. Именно. Fashion Max, Fashion, Fusion. Ну, Fashion по-другому... Fashion is profession. Слава богу, это не кухня. Это вообще не похоже на кухню. Уже радует. А вообще такая комната там маленькая. Мне нравится обои. Когда закончится комната в этом доме? Сколько он? Свет. Эта картина уже была. Ай-яй-яй, дергайся. Ничего. Полезно? Закрой. Ой. Ну, хоть вишенку возьми, съешь. О, патефон. Что там? О, что-то есть. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Да. По-моему, пытались либо сжечь, либо чё. Ну, просто пыли. Черная пыль, это больше похоже на копоть. Варюшки на снегу. Сталин? Пластиночка. А, какая-то мы ее забрали. Да, патефон сейчас будем заводить. Нафиг. О, протез. Воры протезов, ненасытные твари, я не позволю себе новый, почему именно ногу? Крысы жрали его протез. Или его ногу. Я склоняюсь к протезу. Рано все спросил, почему именно ногу. Там был нарисован протез. Заводи его! Bye.
дышать тяжело-то как? Господи. Есть. А мой стул, что с ним стало? О. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Почему ты не подумал о том, чтобы купить нормальные краски? Я использую шприцы. Ой, кровь. Я использую свое тело для того, чтобы завершить эту картину. Это важная картина. Не просто картина, но важная. Как будто по луже хожу. Чего-то черного. Это его душа. Я бы не стала. А я бы стала. Stumbling here and there, stumbling everywhere, and I must declare I stepped right on her toes, and when she bumped my nose I fell, and when I rose I found a shame. Stumbling all around, stumbling all around, stumbling all around. Норма. Так и оставим. О, ничего не изменилось. Угу. Ничего не изменилось. Почти. Картина. Окей, еще одна часть, возможно, типа пройдет. Так, где записка, которую ты не почитала? Вот, например, такая. Ты что ж такое? Я не могу тебя видеть в таком состоянии. Ты же болен. Ты потеешь и дрожишь всю ночь. А теперь посмотри, к чему это тебя привело. Заперся в мастерской, как и всегда, прекрати нести эту чушь об измученном художнике. Найс. Может, ему реально плохо было? А чё ему плохо, честно? Ну, обычно, когда ты думаешь, что всякое... Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Бренди? А, это фляга? Да. Окей. Ты будешь похож на какой-то тюбик? Вообще не тюбик. Не знаю, мне слишком маленькая. Ладно, что изменилось после того, как мы ушли? На картиночке нашей. Ненавижу даже сейчас, по 7 минут я слышал так. Могила для тебя. Спасибо. Отлично. Внушает оптимизм и вообще. Форма возникает. А где журнал с записками? Записками. Записками. Есть записки. Ну, может быть, он там. 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 Ну, тот. Этот? Просто полистай его до конца. Как листать? Как листать? Я же это как-то делал. Нажми на него. Ух ты. Да, как листаешь ты обычную книгу, так и листай. Где записки? Вот. Не та. Не та. Не та. Вот это. Она. Что, апреля утром нашла его склад пустых бутылок. Мне нехорошо. Я знаю, что ему нелегко, но черт возьми, он должен все прекрасно понимать. Когда дома маленький ребенок, это просто верх безответственности. Рисуем. Рисуем. Добавим красного к красному. И получилось. Что? Что это? Из фламинго получилось... Дохлая собака. Я вижу в этом дохлую собаку. Я вообще не знаю. Вот это лицо? Вот это. Да? Похоже? Ну вот глаз, вот нос, рот. Рот, да. Ушко, да. Лапа. Лапа. Ничего. Пока не дорисовал. Видишь, только еще две только прошли. Еще немножко осталось. А, это все до конца? Все четыре. Так, значит, из кожи мы делаем холсты, а из крови делаем... что?
Нет, нет, мы рисуем и то, и тем, и тем, мне кажется. Ну да. Просто кожа у нас типа для базы. Первый слой. Кожа — это холст. Чего у меня в отражении? Нас нет. Ничего нет. Nothing. Чё такое? Чё, стрёмно стало? Или что? Или устал есть сидеть? Немножко. Это только начало. Смотри, что будет сейчас. Моя ненавистная ваза? Это ветер. Вазу уничтожили! What the fuck? Демоны. Это специальная её. А теперь белая будет тебя преследовать. Нет, мне нравится гжель. Спички. Да откройся ты. О, я вижу вот кошку. Вот краски, вот, берем нормальные. Я вижу, вот, человеческие. Берем, красим. Музыка, музыка. Музыка? Музыка. Музыка на снегу. Заколочено. Потомство грызунов. Я вижу, как шевелится грязь. Почва сгнила, больше ничего не растет. Это репка. Это крыска. Заперто. Да ладно. Может, она внутрь открывается. А, ну да. Интересно, заколотили дверь. Снаружи. Что мы что-то снутри нашли. Здрасте. Пожалуйста, не следуйте за нами никто. Я так не хочу, чтобы кто-то из них ушел. Ты, например, да? Например, инвалидная коляска. Тоже какой-то. О, твой друг, да? А чё его-то? За что? За что? За что его в цепи? За что его в цепях? Вот это мы его двинули? Мы не могли так двинуть. Ну, может, я к Савьер. Угу. По-моему, все становится... Очевидно. Хуже чуть-чуть. Главное закончить картину. О, я вижу текст. О мальчике, который вдруг проснулся в пещере. Там же он обнаруживает загадочную записку и пистолет. А затем преодолевает путь через различные препятствия, леса, поля, реки. Наконец он натыкается на небольшую лачугу, и тут оказывается, что все вокруг – плод его подсознания. Потрясенного детской травмой он убил парня, который погубил его отца. В настоящем же мире он все это время пускал слюни, лежа в психушке. Понимаешь? Такой поворот, конечно, в диковинку. Нет. Но думаю, народу понравится. Можешь накидать мне эскизов. Если ты заинтересовался, я вышлю подробности. Честно говоря, я хочу, чтобы именно ты взялся за эту работу. Это принесет хороший доход, да и к тому же ты отличишься от, ну знаешь, всего остального. Пожалуйста, ответь мне как можно скорее. Томас Калдвелл. Кал. Нет, где-то это знакомая фамилия. Да, мы его уже слышали, видели. Ну, я его не видел. Просто, лично не знаком. Просто смотри, я не понимаю, зачем человеку, которому, ну, явно что-то с ним не так, да, там, или что-то там пережил, посылать вот заказ на подобные вещи. Ну, можно отработать. Ну, не знаю, напиши ты добрую сказку. Ну, хотя, да, с красной шапочкой. Ой, а чё так темно? Не помогло. Ой, а чё так темно? С красной шапкой не получилось. Просто я не понимаю, зачем это делать. Также не надо, пожалуйста. Там что-то есть. Да, я вижу, что там что-то мигает. Она ушла? Она ушла. Фух. Это же была жена. Всё лишь жена. Вот, это последнее, что я знаю в этой игре, а дальше я не знаю ничего. Окей. Дальше я не играл. Мне уже спокойнее, спасибо. Теперь я буду кричать. Вот теперь можно покричать. О, да. О, да. Хаунтинг. Нок. Преследуются ли имитаторы? Тук-тук-тук, не впущу. Их осталась только одежда. Человек-крыс. Вот мне кажется, теперь за нами будет ходить всякая дичь. Например, жена? Это не дичь, это жена. Ну... Чего ты обижаешь? Просто это такая записка. Вот теперь я не знаю, что тут будет. Наводящая. Окей. Вот теперь я не знаю, что тут будет. Окей, это пустая идем, большая все, комната. Вперед! И теперь мне страшно. Просто уже. Идем. А теперь я не готов. Давай. К следующему, что будет происходить. Я буду кричать. Делается. Твою мать. Творческий кризис.
Блин, это у меня так. Это у меня стена такая. Меня так. А тебе надо перевернуться. Я не хочу. Рай. Бля, стена. Нонсенс. Стена еще одна очередная. А теперь надо еще повернуться. Или еще больше повернуться. Если там будет жена, я ее укушу. Ничего, еще стена. И сколько долго это будет продолжаться? Может, вон там? О, неожиданно. Может, не надо прыгать мне в лицо, что ли, кто-нибудь. Потому что я реально, я буду кричать. Я не готов. Не надо, пожалуйста. Все, что до этого Если было, я кричать, был готов. Пожалуйста, не надо. Мне нужны мои уши. Все еще. Не надо так делать. О. О, ладно. Комната. И даже это пропало. О, это уже замечательно. Сраная свечка. Окей. Здрасте. Да. Здрасте. Здрасте. Больше похоже на мужчину, конечно. Кто, вот это что ли? Да. Волос. Нет, зачем ты? Да, боль меньше света. Не надо. Ничего. Июнь! Июнь! Не забудь! Девятое. Июнь и какой месяц? Шестой? Июнь. Шестой. Шестой. А что с ним не так? Шестое июня. Какой год? Там написан год? Я не знаю, может это какой-то код. За чем-нибудь. Нет, года нет. А, девять. Ладно, шестое июня. Ой, девятое июня. А, зачем ты так делаешь? Я не знаю, куда нам. Вот эта дверь опять. Не надо кричать. Я не был готов, надо попить. Кислятинка. Я буду кричать. Если я кричу от такой двери, представляете, мне срань выпрыгнет мне в лицо. А чё она так? Только мне сейчас, да, я тоже чуть-чуть попью. Ну так не надо, да. А-а-а, кто здесь? Выходи. Выходи. Я не готов к тебе. Давай. А? Я же не говорил, что я ненавижу окна. Окей, это окна. Быстро. Надеюсь, там ничего. Тыкай! Тыкай! Тыкай на него! Нет, ну не подходи! Ну а я же... О, окей, 15 сентября. Сегодня еще больше записок, даже хуже, чем до этого. А самое грустное то, что я согласен с каждым словом. Ну, это уже путь к пониманию. А что там, что было написано? Он согласен с каждым словом. Кто он? Ну, мы, наверное. С кем? Если это нас больно. Ну, жена нам пишет записки, критикует нас, впрочем, все как обычно. И оставляет нам записочки. Мать, снег какая-то. А, опять красочка. Кстати, красочка. Я здесь уже был. Если красочка. Что не так с красочкой? Ну, помнишь, там был этот звук, который шоркающий, кто-то идет. И там потом была краска. И вот я думаю, они как-то связаны. Ну, это нельзя читать. Это нельзя читать. А, окей. Это нечитабельно. Уже хорошо. А, не дергайся. Прости. Я не могу. У меня сейчас скоро ухо оторвется. Нафиг. И что это такое? За беспредел. Разгребай. Плыви в книгах. Познание. Обернись. Ничего. Уже заранее. Куда ж пойти-то, а? Свет? Нет? Есть. Это так страшно. Стопочки книг. Когда ты не знаешь, что будет дальше, это так страшно, Ян. А поэтому ты так браво шел, потому что ну, ты вначале знал. Да, потому что я знал. А сейчас я нет. Не готов идти дальше. Поэтому могу передать управление тебе. Нет. Можешь сама походить. Это будет тут еще медленнее. И тут даже открыто. Куда пойдем? Мне не нравятся эти слова. Стоит ли сюда заходить или стоит туда заходить? А. Нам нужно
Комната, сюда которая... Зайти. Не, смотри, там сзади, там еще есть дверь. Значит, можешь... там нужно туда, потому что она, по идее, должна быть закрыта. Вот это? Да, то есть замкнутая. Пятство. Ой, простите. Language. Blind fools. Слепые купцы, да. Невежда. Не переводите. Игол. Невежда. Это типа синоним. Это мы картина самая, самая шикарная, что может быть на этом свете. Да, здрасте. Там что-то написано. Ты же меня не укусишь, я надеюсь. И у лица прыгает. И я писаюсь от страха. Ты орешь во всю глотку, я оглохла. Я писаюсь. У этого будут последствия. Слепые глупцы. А что не так с этой комнатой? Это все нормально. Может, нам нужно попытаться выйти? Давай я сделаю что-то на память.